Зомби-брокер. Такая ворона, блядь. В костюме, нахуй. Мне кажется, реально с ума бы не сойти вообще. Просто. Это самая живая игра из всех живых игр. Почему? Ну вот, все живые персонажи. Невымышленные. Почти. У скамейки сейчас будут нас убивать. Быстрее, Сэм, спаси Симбу от собак. Думаю, он в долгу не остался. Да охуенно. Я. Это как наркотики принимать, мне кажется. То же самое почти. Но я не принимал, конечно, когда наркотики. Думаю, что-то похоже. Недалеко нам. Ты где, кстати? Я чуть тебя не вижу. А вовсе я тебя вижу. Сокровище плюс 1000 нашел. Это голубь, что ли, блядь? Это не ворона, это голубь, походу. А, нет, ворона. Звук. У меня голова уже болит, слышишь? Ну шучу. Чё? У меня три головы болит. Не знаю, что ты голова болит. Может, из-за игры, из этих модификаций. Не, на самом деле не знаю, что такое. Тут просто не ЛФД, тут гораздо больше врагов. Может, сейчас это, вот эту катку... Да, вот эту карту давайте, да, и все, да? Мне просто еще... А, блин, мне же 5 часов надо ехать, еще будет город. Сейчас сколько, кстати? Уже 3. Или 4. Ой, 3 пол четвертого. Так, короче, нам надо ракетницу взять. Квадрокорптер. Сейчас трипл, квадрипл того, как квадрипл того вот его. Квадро.
торгать постоянно. Чёра просто виноват. Ну, дебил. Это ж не культурно вообще. О. О, терминатор. Это что за хуйня? Это терминатор. Это, блядь, дебил какой-то бухой, это Жора, блядь. Минималка. Так. Ладно. Куда идти-то? А, убивай просто их всех, а потом они сами покажут, куда идти. Все. Взяли секретное сокровище. И убивай босса. Какой-то недобосс. Это он себе сейчас будет. Вон он, видите, наркоши спайрали. Ты главное самых маленьких, мне кажется, наши сделали, знаешь, такие. Огромные. Супер Марио, а ну хотя Супер Марио, они маленькие, но головы большие, конечно. Я думал, что ты рыгаешь из-за этих, из-за Супер Марио, типа, просто здесь привык. Кто его знает. Тут когда Red Bull баночку берешь, он выпивает и рыгает. А в нее полагалки можно будет? Ну если проводом соединиться. А да, что за провод нужен? Ну сетевой обычный. Ты можешь где-нибудь выбить его? У меня есть он. А, есть. Ну вот у тебя в комп провод подключается. И нет. Надо, чтобы со второго провода конца был такой же выход. И подключаешь его к ноуту, все. Все локалка. Я просто никогда полагалки. Ну это как в компьютерном клубе, когда все компы соединены между собой. Я там был раза три, может, в жизни вообще. У нас был в Уйме, в компьютерном клубе, его сейчас знаешь, и был на Поморской, ну где-то там далеко. Half-Life, наверное, с пацанами. Спасибо. Можно тебе Half-Life скачать? Можно. Я давно уже хочу в семью купить. Откуда они? И вон их башка выпускает, выплевывает. Я вижу, вижу. Из глаз. Вообще из глаз и все вообще. Из арта. Прикинь, у нас, ну, у нас на планете так же луна была видна, вот так вот, как здесь.
Че он сказал, Сабзира? Ну что-то типа. Что-то не постоянно меня послышалось. Сабзира. Блять, это Сабзира. Че? На дуре, да? И кстати, да. И больше такой Сабзира вылетает, нахуй, из головы. Да нет. А, так вот это говорит. Сабзи. Какой нахуй ты дракончик с пара, блядь, PlayStation? Вот этот дракончик, он еще мелкий, я не знаю.